В городской клинической больнице номер один не работает большая кислородная станция от компании «Линдегаз». Фирма-поставщик дала объяснение. Все из-за неисправного угольного фильтра. Произошли перебои в работе станции, расположенной в 10-й больнице, поскольку она также не соответствует техническим характеристикам. Об этом стало известно сегодня на аппаратном совещании в горсовете. В «Линдегаз» обещают наладить работу аппаратов до конца месяца. Напомним, на закупку 7 кислородных станций для ковидных больниц города из бюджета Одессы потратили 14 миллионов гривен.